Дизель Шоу повертається з новими жартами, піснями та номерами. Перший великий концерт у Києві 26 лютого, 19:00, Палац Україна. Квитки на сайті dieselshow.com та контрамарка.ua. Слыш, Викусь, а ну глянь, тот ряд едет или нет? Так сам посмотри. Вика, ты что забыла? У меня это окно не работает, а это у нас разбили. Ну, высунься. Все стоит. Блин, вот это встряли, ё-моё. А ну глянь на навигаторе, что там? 12 баллов. Такого быть не может, максимум 10. Тут красным не только улицы, но и дворы. Вот. Точно. Не Новый год, а прям 1 май. До цели осталось 2 километра. Да заткнись ты уже! Гуси, ну не нервничай так! Да что не нервничай? Ну третий час слышу одно и то же. Яна, ну-ка напомни мне, какого хрена мы 31 декабря поехали в магазин, как все остальное быдло, а? Потому что в год огненного петуха нужно быть в платье красно-золотом. Красно-золотом? Угу. А вот это какое? А там золото-красное. Золото-красное? А какая разница? Кат, не начинай! Яна, ну реально, ну какая разница, если в 001 я сниму с себя любое платье, хоть золото-красное, хоть красно-золотое, ну Ян. До цели осталось 2 километра. Да заткнись ты, тебе я сказал, ё-моё! Навигатор. Ой, 11 баллов, давай по этому ехать. Давай. Женщина. Женщина, а мы уже проехали мою остановку. Разрешите, я выйду? Нельзя. Нельзя выходить, когда автомобиль в движении. Так мы же в пробке стоим. Ничего, вот ты выйдешь, и тебя какая-нибудь машина нанесет травму. По-моему, самое травмоопасное здесь вы. Я выйду. Сидеть. А чего это вы двери заблокировали? Безопасность. А чего ты не пристегнут? Я пристегнут. Вот теперь да. Буся, Буся, мне кажется, что пробка сейчас рассосется. Яна, я слышал это 3 часа назад. О том, что она рассосется. Ты не могла бы другое слово какое-то подобрать, потому что мы давно уже в пробке стоим и... Так что не говорить слово «рассосется». Вот именно его не говори. Хорошо, я не буду говорить слово «рассосется». Я скажу «пробка кончится». Яна, вообще помолчи, ладно, а? Вот ты знаешь, Вик, первый раз рад такой пробке. Чего ты радуешься? Моя мама стоит там на вокзале, ждет. Ну да, ну да. Вот и дошло письмо Дедушке Морозу. Ужас, 3 часа в этой пробке. Мама там, наверное, уже замерзла. Связи с ней нет. Ну да, ну да. Вот и второе письмо дошло. Буся, мне кажется, что мое платье кто-то купит. Да кто купит твое платье, если весь город стоит в этой пробке? Ну, тот, кто поехал на метро. Яна, тот, кто ездит на метро, не может себе позволить такое платье. Хорошо, давай тогда поедем по встречке. Так мы стоим на встречке. Давай тогда по тротуару. Мы только что оттуда съехали. Почему у нас нет вертолета? Да потому что вертолет стоит хитрую тучу денег, а у нас таких нет. У нас нет денег? Да, мы нищеброды. Мы нищеброды. Мы нищеброды на 5-литровом Лексусе. Мы нищеброды на 5-литровом Лексусе. Да все, ну успокойся, что-нибудь придумаем. Хорошо. Женщина, пожалуйста, отпустите. Куда мы вообще едем? Ко мне домой. Мне нужно к себе домой. Меня там жена ждет. Вот ты подумай своей головой, как мы можем поехать к тебе домой, если тебя там жена ждет? Женщина, отпустите, пожалуйста, отпустите. Ну хорошо, ну я отпущу тебя.
После Нового года. Правда? Да. После старого Нового года. А я говорила, надо было ехать на метро. На метро. На метро небезопасно. Ой, а у нас тут самое безопасное место на планете. Окна нет. Разбили. Резина летняя. Не вся. Печка не работает. Тут да. Газовый баллон 4 раза взрывался. 3. Ой, если твоя мама боится, пусть чешет на метро. Там же небезопасно. Ну да, ну да, ну да. 5 вообще. Яна, а вот нельзя было это платье заказать по интернету, а? Можно было. Так а что ты не заказала? Так его бы вечером привезли. А тебе когда надо? А в чем бы я встречала Новый год, если бы оно мне по цвету не подошло? По цвету не подошло? Ё-моё! Так, все. Мне надо расслабиться. Мужчина, мужчина! Вы, пожалуйста, не курите. А то взлетим все на воздух. У нас газовая установочка старенькая. Ё-моё! Со всех сторон отступили. Женщина, пожалуйста, меня дома ждут дети. Я должен исполнить их новогоднее желание. Хорошо, я тебя отпущу, если исполнишь мое желание, я отпущу. А какое у вас желание? Сильное. Женщина, я сейчас полицию вызову. Вызывай, вызывай. Сейчас она приедет сюда. Ага, в пробку. А? Сюда дай. На, с наступающим. Да, сейчас бы на лыжах, уже б давно дома были. Сам бухнуть хочу. За рулем. Да, мне моя тоже мозг выносит, капец. Гуся, а давай такси вызовем? Ну что, ну ты же сам говорил, что иногда на такси быстрее, чем на своей машинке. Мне кажется, что сейчас это именно тот случай. Да, это именно тот клинический случай. Алло, здрасте, пожалуйста, машинка на ближайшая. Какой адрес? Гуся, какой адрес? Яна, ну какой адрес? Мы стоим в пробке под каким-то мостом. Пробки под мостом. Под каким-то. Хорошо. И что сказали? Ну, если убрать все маты, то с наступающим. О! 21:52. Самое время провожать Старый год. Саша, ты за рулем! Так это ж пиво, выветрится. Мужик! То есть мне курить нельзя, а тебе бухать можно? Это ж пиво, ну! Так а шо пиво? Это шо не алкоголь? Саша! Слышь, Блин, да я сейчас полицию вызову, ты чё думаешь? А, блин, упал. Подними. Яна! А ты чё сейчас сделала? То, что ты сказал! Яна! Я сказал, телефон упал, подними. Ты не говорил телефон. Ты не говорил телефон. Ну ладно, ладно, подняла так подняла. А телефон? Да ладно, ладно, я сам, господи. Ужас, ни стыда, ни совести. А может, это ее подарок ему на Новый год? Что, ты тоже так бы хотел, да? Ты что, с ума сошла? Не хватало мне еще какому-то мужику? Такие подарки делать. Алло, здрасте. Хочу сообщить о пьяном водителе за рулем. Где мы? Пробка под каким-то мостом. С наступающим. Женщина, я имею право на один телефонный звонок, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Не рыдай, на.
Алло, полиция, меня захватила женщина и хочет меня изнасиловать. Нет, нет, никаких наркотиков у меня нет. Помогите! Все, свое право на последний звонок ты использовал. Мама! Что-то, Викусь, меня пивко размотало. Ты ж говорил выветриться. Ну, видимо, тут ветер слабенький. Слушай, давай меняться местами, потому что вдруг полиция, мало ли. А у меня прав нету. Да сейчас без прав дешевле, чем... Господи, пьяный. Саша! Ой, ё-моё! Боже мой! О, капец. О, фу. Все! Могу пить официально! Я пассажир! Левый пассажир. Ой, кажется, двинулись. Женщина, что вы делаете? Переключаю скорость. Коробка передач вот здесь. Ой. Женщина, может, вам деньги нужны, а? Вот, возьмите все, пожалуйста, все. Я не такая. Мне не нужны деньги. Я хочу по любви. Да какой любви? А у нас для любви ничего нет. А давайте я в аптеку сбегаю, а? Посмотри в багажник. Там какие-то ящики. Что значит какие-то? С клубничным вкусом. Викусь, что-то я тут протрезвел. Тут холодно так, ё-моё, как ты здесь ездишь вообще? Давай обратно меняться. Ой, Саша! Ё-моё, ты посмотри, что у мужика с лицом. Блин, после одной бутылки пива. Мужик, тебе надо бросать пить. Еще и перегар такой от него. Посторонись, четырехколесные! А ну, посторонись! Встранись! Какой ужас! Беременную жену везет рожать в мороз, а, на победе! Да нам рожать через месяц! Мы за зеленым горошком! Саша! А? Горошек ты купил? Ой, ё-моё! Я думал, мы маму заберем и заодно в магазин заедем. Ой, ты чё, тебе доверить нельзя? Ёлку не купил, горошек тоже! Какой вот Новый год без оливье и ёлки? Ё-моё, похоже, мы тут не только Новый год, мы еще и Рождество встретим. Зато у нас есть ёлочка. Ё-моё, а я думаю, что воняет? О, Викусь, смотри, ёлку я достал. Слышь, мужик, эй, а зеленого горошка у тебя нету? Блин, ну когда трезвый, нормальное лицо у мужика. Нету. Уважаемые, все, разворачивайтесь и езжайте обратно. Езжайте. А чего? А там авария. Два приуса полицейских столкнулось и... Разворачивайтесь. Шеф, так что из-за двух приусов такая пробка? Ну, что это двух? Там еще три экипажа приехало на вызов и... Там гололед. Разворачивайтесь. Гололед. Олег. Марина Францевна! Марина Францевна, я же вас искал. Вы телефон не оставили, с наступающим вас. А ну брысь отсюда, и чтобы я тебя больше не видела. Так, ты слышал, что тебе женщина сказала? Спасибо, Дедушка Мороз! Давай. Вот так всегда. Кто-то в пробке теряет время, а кто-то находит свою судьбу. В Украину вот уже 25 лет зима приходит неожиданно. Неожиданно для коммунальных служб и чиновников. И только дети ждут зиму с большим удовольствием, потому что зима – это пора чудес. А как же без них-то? Ты почему еще не готова? Дети ждут. Подождут. Если мы опоздаем, это даже лучше. Нам налью штрафную. Какую штрафную? Это детский утренник. Детский. Где мой посох?
Вон. Почему такой маленький? Ну, какой вырос. Пойду оленей покормлю. Иди, иди, оленевод. Олени пропали! Ничего не пропали, он полный морозильник. Будешь? Смотри, какая ножка шикарнейшая. Ты съела Рудольфа. Дедушка, у меня молодой растущий организм. Что ты пристал? Ты 3 года назад была худее меня. Где твой костюм Снегурочки, а? Где он? Ладно. Скажи, почему он мне на тебе? Вот если я тебе скажу, что костюм после стирки сел, то ты все равно не поверишь. Не поверю. И знаешь что? Мне надоели все твои выходки. Так, да. Уже интересно. Да, вот на прошлом утреннике ты посадила к себе на коленки папу ребенка. Ну и что? Он мне стишок рассказал. Это была молитва. Человек тебя умолял, чтобы ты его отпустила. Слушай, ну я же его отпустила. Потискала и отпустила. Ты не разбираешься в костюмах детей. Я не разбираюсь в костюмах детей? Да. Да я лучше тебя разбираюсь. Да? Да. Назови 3 своих любимых. Ну вот смотри. Но. Кокаин. Так. Рыжая из Неангелов. И Гитлер. Это Снежинка, Лисичка и Чарли Чаплин. Ну или так. Знаете что, Снегурочка Францевна, но. Мне это все надоело. И как бы это вам мягче сказать, пришла весна, опала елочка. Все, не будет больше между нами дедов, морозов и новых годов. Все. Что-то я тебя не поняла. Не поняла? Угу. Ну, как бы сказать. Оливье испортилось. Ты не выбрасывай. На второй день оно вкуснее. А, у хлопушки ниточка оторвалась. А ты поменьше дергай за свою ниточку. Непонятно. Петарда больше не взрывается. Ну, дедушка, в твоем возрасте это нормальное явление. И что, так и не поняла? Гирлянда светит, но не греет. Слушай, не говори загадками, а? Ну ты же не на детском утреннике, в конце концов. Ну хорошо. В лоб, значит, в лоб. Ой, я уже где-то это слышала. Вика, зайди. Здравствуйте, ребята. Это что еще за хоббит? Это не хоббит. Это моя новая Снегурочка. И ты считаешь, что вот это может заменить меня, да? Нет, что ты. Чтобы заменить тебя, мне понадобится минимум 3 таких Снегурочки. И чем же этот пробник Снегурочки лучше меня? Да. Хотя бы тем, что она похожа на Снегурочку, а не на снежную бабу. Отлично. Но если она споткнется в хороводе, дети ее затопчут. Нет, нет, нет. Дети меня очень любят. Да, потому что они думают, что ты одна из них. А когда детки видят меня, они бегут обниматься. Да. А когда детки видят тебя, они убегают из зала. А когда им кричу: детки, детки, Снегурочку украла Баба-Яга. Они кричат: ура! Поймите, мы, Снегурочки, мы должны быть нежными и милыми созданиями. Слышь ты, молекула. То есть ты считаешь, что я не нежная и не милая, да? Слушай, дед, где ты это хамло нарыл? Ну, посмотри на нас, как мы гармонично смотримся, ну. Да. Глядя на вас, реально понимаю, что год был голодным. Вообще, объясни мне, пожалуйста, дай ответ на один единственный вопрос. Кто тебя, пьяного, после корпоратива домой нести будет, а? Что?
Насколько я знаю, у вас это происходит как раз наоборот. Вот именно. Шо? Уже рассказал все? Трепло. Фу. Ну послушай, с такой Снегурочкой я смогу поздравлять деток выше второго этажа. Мы не будем застревать с ней в лифте. И в конце концов, я перестану каждый год перешивать костюм Снегурочки. То есть весь сыр-бор разгорелся из-за этого злополучного костюма? Да. Все из-за вот этого вот костюма, да. Хорошо. Ждите. Я сейчас. Ну почему? Почему ты не сказал, что дело не в костюме, а в ней самой? А тебе рассказать, что она с оленями сделала? Но тебе все равно придется выбрать или я, или она. Да, я понимаю. Нужно сделать этот сложный выбор между карьерой и жизнью. Налез, родимый. Ху, и правая рука влезла тоже. Поймай, острочка, музычку. Парам-пам-пам. Пам-парам-пам-парам-пам-пам-пам-парам. Пам-пам-пам-парам-пам-пам-пам. Ну, здорово, зятёк. Давай, начинай бухтеть. Зачем приехала, когда уеду, шо и чайку не попьёте? Жду. Мама! Как же я рад, что вы приехали! Как дорога, не устали ли? А, проходите, мама! Мне кажется, что я квартира ошиблась. Не-н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 е, ничего не ошиблись. Ликусечка, любимая, наша мамочка приехала. Ты что, пьяный, что ли? Трезв, как стеклышко. Давайте помогу куртку снять. Не! Стой там, где стоишь, чтобы я тебя видела. Мамулечка моя родная приехала, привет. Раздевайся, Саша, помогай. Не-не, я сама. Я сама. А то будет как в прошлый раз. Подкинул какой-то пакетик, а потом вызвал полицию. Ну что ты такое говоришь, мамулечка? Ну что ты? Сашка полностью изменился. Вот такие чудеса. Господи! Ты уже замужем 100 лет, а до сих пор веришь в чудеса и в Деда Мороза. Ой. Мама, ваши тапочки. А чё не белые? У меня свои. А в этих, как всегда, петарда, наверное. Нет, мамулечка, Сашка стал абсолютно другим человеком. Ой, господи. Иногда он тебя дурой называет, так я смотрю, он прав. Мам, давайте я сумочки возьму. Давайте, давайте. Не, точно пьяный, слушай. Мама, Саша уже целую неделю не пьет. Да, конечно. А, поняла, через клизму накидался. Мама! Ладно, Викусь, я пойду сумки отнесу, а ты приглашай маму к столу. Мамулька, проходи. Викусь, а он тебе часом не изменяет? Нет, мама. А ты точно знаешь? Мама, поверь, я бы узнала. А, значит, ты ему изменяешь. Мама, нет. Саша просто изменился. Он перестал пить. А, закодировала, значит. Мама. Зашила? Мамулечка, ну ты что? Гипноз. Мамулечка, да он собирался поехать встречать тебя на вокзал, но не успел, потому что упаковывал подарочки. Если бы он поехал встречать меня на вокзал, я бы точно инфаркт получила бы. Я говорю, точно инфаркт получила бы. А где, зятёк, твоё дежурная мама? Вы всё обещаете, обещаете. Мамочка, ну что вы такое говорите? Мы действительно думаем о вашем здоровье. Беспокоимся. Да, мамулечка. Сколько мне осталось? Мам, ну что ты такое говоришь? Я знаю, что я говорю. Алло, доктор. Доктор, скажите, почему вы моему зятю сказали, а мне ничего? Доктор, я доживу до Нового года.
Что? Здорово, как бык? Проживу еще 100 лет, да? Извините, пожалуйста. Да. Ничего не понимаю. А, зять, может быть, ты того? Мама, ну что ты? Мы все здоровы. Ой, слава богу, слава Марина богу. Марина Францевна, разрешите за вами поухаживать? Нет. Присаживайтесь. Викуся, подойди ко мне. Что? Ущипни меня. Чего? Я хочу проснуться. Мама, ты не спишь. От этого еще страшнее. Я понял вас. Хорошо, Марина Францевна, присаживайтесь сюда, на почетное место, рядом с елочкой. Нет! Возле елки я не сяду. В прошлый раз она на меня упала. Ну, это было случайно. Ага. Два раза? А гирлянда тоже закоротила случайно? Хорошо, хорошо, Марина Францевна, присаживайтесь, где вам удобно. Да, да. Хорошо, да. Где удобно. Саня, а я ведь точно завтра не уеду. Ну, отлично. Мы как раз у меня до 7-го выходной. Мы можем по Киеву погулять, в Лавру сходим, мощи посмотрим. Чьи мощи? Мощи тещи? Мам. Почему? Слушайте, а давайте телевизор смотреть, а? Давайте. Ой, ты отремонтировал телевизор? Да. А, это, наверное, ты когда его ремонтировал, тебя током шандарахнуло, да? Нет. Вика, вызывай батюшку. Да не надо никого вызывать. Да. Марина Францевна, я понимаю, у нас с вами были разногласия. Но в честь праздника, ну и как бы, чтобы заглазить все вот эти наши штучки, я решил сделать вам подарок. Сейчас. Вот. Что это? Сибирская язва? Мама! А, просто яд. Да, откройте и сами посмотрите. Сам открой. А что же у нас здесь такое? Сюрприз! Путевка! Куда? В тайгу? Или в Сомали? В Париж. Ой, глянь, и обратный билет есть, а? Хорошо. Ну, конечно, есть, мам. Париж. Мало того, я для того, чтобы, ну, как бы мы с вами чуть-чуть подружились, решил сделать вам подарки. За все те праздники, которые мы пропустили. Сейчас, секундочку. Барабанная дробь. Так, 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 так. Мама, это вам за день рождения. Это вам за 8 марта. Это вам за день ВДВ. Какой еще день ВДВ? Ну, я ж по пьяни вам об голову вазу разбил. А, вы поэтому не помните. Вот я нашел точно такую же и возвращаю вам в целости и сохранности. Мамулечка, я все подарки проверяла, все нормально. А тебе он что подарил? Вон в аквариуме. Там же змея! Это домашнее животное, зовут Жужа. Небось, называют Жужа Францевна. Нет, мамочка, просто Жужа. Да, что-то у меня этот пазлик не складывается. Угу, звонок другу. Ладно, Викусь, я пошел на кухню. Давай. Алло, Галя? Галя, как там твой зять? А, ты уже в больнице? Счастливая. Галя, а мой, представляешь, мне подарок подарил. А сам такой красивый, чистый, побритый. Да не изменяет он ей. И она ему не изменяет. Галя, что делать, Галя? А, возможно, возможно. А, спасибо, подруга, спасибо. Доча? Да? Я сегодня ночью спать не лягу. Чего? А когда я лягу спать, он возьмет меня и на дурку завезет.
Мама, никто тебя не отвезет никуда. И давайте ужинать, Саш. Да-да-да, бегу. Вот, мамочка, ваш любимый салатик. Угощайтесь. Сам сначала попробуй. Пожалуйста. Кстати, отличный салатик. Значит, противоядие принял. Доченька, а скажи, что из всего, что тут приготовлено, именно ты готовила? Мы все блюда вместе с Сашкой готовили. Да. Ну ничего, денек побуду на диете. Свари-ка ты мне чайку. Хорошо. Да господи, ну какой чай? Новый год на носу! Давайте шампанское пить! Нет! Мама! Да он в тебя не целится. Я помню прошлый Новый год. Это было случайно. Случайно? Я уже спала в дальней комнате. Закрытой. Мам, ну я действительно изменился. И в этом году я хочу выпить за ваше здоровье. Как всегда, не чокаясь, да? Да ну почему не чокаясь? Мама, ну я... Простите меня, действительно. Ну да, у нас были с вами расхождения и скандалы. Но я хочу, чтобы все плохое осталось в этом старом году. Не получится, Саня. После твоего лыжного курорта у меня до сих пор нога не срастается. Ну, простите меня вы за этот лыжный курорт, за дайвинг, за акулу, царство и небесное. Пожалуйста, я хочу, чтобы наши отношения наладились. И вообще, мама, я честно хочу вам сказать, что... Мама, я люблю вас. Я тоже тебя люблю, зячок. Тебя, я доченька. Вас люблю! Мамочка! Я вас, дети, очень люблю. Ой, Новый год начинается! Да. Ё-моё, тут собачка сломалась. Что? Надо взять другую бутылку. Да что с тобой? Да ладно, я схожу сейчас. Не-не-не, я сама схожу, схожу. Да-да-да. Я сама схожу. Ой, а я что-то... Санечка, а тут что-то не видно, ничего. А вы на верхней полке посмотрите. Саш, тут же ничего не поломан. Я что-то... Мама! Я тебя сейчас, зятёк, урою! Жужа, фас! Так его и проведешь. Приезжайте к нам еще, мама. Мамулечка. Мамулечка. Ты плачешь, моя хорошая. Я радуюсь. Я думала, что мой зять сошел с ума. А он нормальный. Доченька, пойду и, как всегда, убью его. Мама! Пап, ну мы идем? Подожди, сынок. Еще 5 женских минут. А это сколько? О, сынок, этого никто не знает, сколько это. Вик, ты скоро там? Сейчас брови докрашу. А это значит скоро?
Это по-прежнему 5 женских минут. Вика, я гараж быстрее покрасил, чем ты брови. Ну, как тебе мое платье? А? Ты сейчас издеваешься, что ли? Что? Ты же это платье первое надела. Сказала, что оно тебя полнит. Следующее тебя стесняло в движениях. Потом следующее было не в цвет. Так что, полнит? Пойти переодеть? Не надо, не надо. Не надо. Ты очень классно выглядишь, да? В этом платье. Супер, а все. Ты что одел? Показывай. Рубашку. Ну, показывай какую. Да обычную рубашку. Показывай, говорю. А, кошмар. Вот, пожалуйста. Нет, Саша, ты в это не поедешь. Почему? Потому что ты поедешь в золотистой рубашке. Потому что мы едем праздновать Новый год с желтой собаки. Такое ощущение, что мы во дворе с собаками Новый год будем отмечать. Подожди, стоп. А откуда у меня золотистая рубашка? Точно, у тебя такой нет. А желтая что-то есть? Есть. Ну? Пятно на майке от пива. Ладно, едь в этой. Все, отлично. Все, обувайся. Сейчас. Саша! А, что? Ну что это такое? Почему у тебя дырка вон на носке? Да ничего страшного, я пальцем так прижму, да и все, не видно будет. Все, снимай, я сейчас зашью. Где мои нитки? Да не надо ничего зашивать, не надо. Я новый одену, господи. Новый одену? Да, новый одену. Так, эти дырявые. Ты дырявые. О, почти новый. Сверху одену, так не видно будет. О! Саша! Что? Ты не пойдешь в разных носках. Какая разница, они оба черные, ну? Но они разные! Это только ты знаешь, что они разные. Ай, ладно! Сейчас, сейчас, сейчас. О, Гашенки звонят. Алло, да, Жек! Да, Жек, привет! Да, да, вот сейчас едем к тебе, вышли уже, в такси садимся. А ну, Леш, давай это, машинку сделай. Да, 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 на Део Ланос едем, ага. Да, да, все, давай, пока, ждите. Все, Леш, заглохни. Блин. Что, что? Что, что? Оливье забыла. Ё-моё, уже Гашенко, что, кушать нечего, что ли? Ну, потому что Леся будет готовить шубу, я оливье, мы так договорились. Ай, блин. Ну, слава богу. Блин. Что? А я заездом забыла заправить. Леша, пока твоя мама соберется, ты уже в 4-й класс пойдешь. Пап, я уже в 4-м классе. Серьезно? Да. Тогда мы с мамой к тебе на выпускной придем. Ага, и то опоздаем. Так. Все, готово? Держи. Сейчас одеваю вот курточку и идем. Все. Давай, 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 Викусь, быстрее, сейчас. Быстрее. Опаздываем, реально. Да я спешу, ты что не видишь? Секундочку. Давай, 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 быстрее, 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 быстрее. Что? Блин. Что такое? Молнию заела. Моё-моё, на, держи. Сейчас я тебя починю. Сейчас. Ай, ты что, не можешь аккуратнее? Молодец, вообще сломал. Да блин, ничего страшного, новую оденешь, ну. Я бы одела новую, если бы у меня была новая. Но ты мне не купил новую, поэтому я поеду в этой, которая не застегивается. Зато она на синтепоне. Все. Снимешь через голову у Гашенко, не первый раз уже. Все взяли, оливье взяли. Где оливье? Я тебе только что дала оливье. Да мам, пап, оливье у меня. Какой ты невнимательный, Саша. Хорошо, все, оливье вино есть. Взяли? Вино, вино, да, да, вино так, взяли. Это, все, отлично, вот, ой, вино может, есть. Мандаринки возьмем, а? Вика! Хорошо. Подарок сыну Гашенко. Блин. Где он лежит? Я тебя попросила его купить. Вино подарим, все. Вино ребенку? На вырос ему будет, нормально, все. Все, пошли. Кто там? Ё-моё. Здорово, соседи, с наступающим. Привет, Егорушка. Привет. Слушайте, соль есть? Нет у нас соли. Как же нету? Я же всегда у вас брал. Все, ты у нас всю забрал. Нет соли, все. Да есть соль, я сейчас принесу, подожди. Не надо, Вика. Нет у нас соли. Есть, там, возьми. Ой, ты в тапочках, пройдись. На кухне, да? Да. Да я быстро, быстро, давай. Быстро. Давай. На какой полке? Полочка, прямо напротив лица. У тебя напротив пупа. А еще я зеленый горошек у вас тут тоже. Так, Егор, выходи уже. Я возьму зеленый горошек, можно?
Да бери уже, только выходи давай быстрее. Грибочки вкусные. Егор, хватит жрать! Все. Только это, соль я так и не нашел. Я ж тебе сказал, нету у нас соли. Вот соседей Бог послал, а? Даже с соли не допросишься. С Новым годом! Егор, давай! Годом. Тебя с Новым годом! И тебя! Сейчас. Ну давай быстрее уже! Алло, да, такси, да, вызывали. Сейчас мы выходим уже. Что, час ждете? А сколько у вас простой стоит? Что-то плохая, плохо прям. Слушай, Викусь, а дай мне свой телефон, я другое такси вызову. Блин! Что? Телефон забыла! Ё-моё, Вика! Куда ты его положил? Да откуда я знаю, где твой телефон? Ну, я тебя попросила его зарядить. Чё ты стоишь, набирай меня. Ай, как ты там у меня записано-то, господи. Всё, набираю. О, тихо. Кошмар. Саша! Он в сумке! Да, что, не мог посмотреть? Я боялся, мало ли, вдруг это не телефон жужжит. Ладно. Все, готовы? Сейчас вот обуюсь и пойду. Давай, обувайся. Так, все. Блин! Что такое? Молния застряла! Ай, ё-моё, давай я тебе помогу. Спасибо, ты мне уже с курточкой помог. Вообще сломала. Ничего страшного, так пойдешь, господи. На, сыну шапку одевай, все, выходим. Мне кажется, у него температура. Да какая температура? Малый полтора часа одетый стоит, упрел уже, все, выходим. Наконец. Я так и знал, что вы еще не ушли. Егор, может, ты здесь будешь Новый год отмечать? Ха, заметь, это не я предложил. Егор! Что тебе надо? Что мне надо? А, да, это... табуретку не дадите? Нет у нас табуреток. Как? Я ж всегда у вас брал. Вот ты у нас все табуретки забрал. Нет табуреток. Саша, ну табуретка же под... Вика, нет табуретки. Нет у нас табуретки. Что непонятного? Табуреток нету. Вообще нету? Ни одной. Жаль. Ну тогда я этот стульчик возьму. Егор, ну... С наступающим. С наступающим. Все взяли? Так, все, идем. Да, собрали. Все, выходим, давайте. Давай, малыш. Блин. Шо опять? Что? Писать хочет. Давай, раздевайся. Давай, сыночек. Да надо, не раздевайся. Тебе же... Лешенька, нижнюю... ты весь в маму. Ой, Саша, ладно? Алло, да, Жек. Да, Жень. А вот сейчас мы подъехали уже. Вот с такси выходим. Вот, дверь закрыл, да. Ага. Все, давайте, да, ждите. Давай. Обувайся, сыночек. Саша! Что? Ты что, здесь в обуви ходил? И что? Я же попросила не ходить в обуви. Я тут все протерла. Хорошо, протру. Еще разочек. Ничего да не надо ничего протирать. Все, Вика, хорош. Саша, если мы проведем Новый год как свиньи, то весь год будем как в свинарнике. Так, тихо, все, стоп. Обувайся. Сейчас я тебя... Вот. Что так долго? Давай быстрее. Все, убрал. Все, выходим. Все, выходим. Блин. Телефон забыла. Ай, ё-моё. Да ладно, сейчас. Стой. На. Спасибо. Все? Все. Наконец-то. Можем идти. Чё ты стоишь? Слушай, я тоже в туалет сгоняю. Саша, а говорил, что сын весь в мать. Да, Лесенька. Да, оливье я сделала. Нет, мы еще дома. Кто тебе сказал? Саша! Саша полчаса в туалете сидит. Все, едем, давай. Саш! Иду.
Ай, елки. Алло, да, Жек. Да, 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 Женька. Да, вот возле этого подъезда вашего стоим. Скажи код от домофона. А, ты в курсе, что мы еще не вышли? Ну, это, выходим, Жек, выходим уже, да. Все, ага, хорошо, давай. Все? Да. Дай, да. Кто там? Открывайте, это Дедушка Мороз. Ура, Дед Мороз. Леша, Егор, что ты хочешь? Сань, ну давай меняться. Ты мне соль, а я тебе табуретку. Не надо там ни соль, ни табуретка. Все, до свидания. Вот соседи. Все? Все, идем, пока он ушел. Идемте быстрее. Давай, Лешенька, давай. Побежали, побежали, побежали. Блин. Это я из-за вас забыл воду выключить. А я тебе говорила. Говорила, что мы что-нибудь да забудем. Да не, нормально все, показалось. Все? Теперь затукало. Все собраны, да? Да. Шапки есть, все пописали, подакали, да. Взяли да. Еду, вино, все. Пошли. Я что хотел? Так, Егор, пошел ты в задницу. Ах, вот так, значит, Саша, да? Я, значит, тебе хотел долг отдать. Ну, ладно. А, подожди, Егор, это... Все, я уже обиделся. Блин. Егор! Ура! Новый год! Новый год. Вика, вот ты мне объясни, как так получается, что третий год подряд мы Новый год встречаем в коридоре? Зато всей семьей. Да. Вместе. Дождешься, проще к вам прийти, честное слово. А как вы к нам так быстро? А сколько тут от соседнего подъезда идти-то? Заходите, кошетки, не разувайтесь, можно в обуви. О, давай, Саш, вот где гулянка, а я со своей табуреточкой. Давай, заходи. Да, да, да. Так, 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 так. Ну давайте, давай. Давай быстрее, ну часы бьют, ну. Давай. Ой. Разжитие. Ну. За хороших соседей. Это за любовь. За дружбу. За семью. Зашибись в гости сходить. Не, ну казал же, ну нашу ее выбрасывать. На дворе тики ноябрь. Не, вынеси елку. Ну вынес, и шо? Теперь ходи, шукай ее, де я возьму. О. Так, здорово така. Так, вона ж мені не влізе в хату. Це якщо отак. А якщо отак, то влізе. Не стріляйте! Нікчисен! Їх він свій! Здаюся! Здравствуйте! З наступаючим! А вы-то нам как раз и нужны. Не-не-не, тут то не я. Меня часто путают, внешность такая. Вот с Потапом, например, часто путают. И я пойду домой. Здравствуйте. Здравствуйте. Хлопці, я не знаю, з якого ви лісничества, но я можу все об'яснити. Ми не з лісничества, ми з апарату президента. Я копірайтер, а я піар-менеджер. Ой, вас, мабуть, вместо грузинів набрали. Я не в курсі. Давайте я вам все объясню. Понимаете, в прошлом году мы сделали очень интересный эксперимент. Перед поздравлением президента страну поздравили обычные граждане. Да. Эксперимент оказался удачным, и мы решили его повторить. Именно поэтому нам нужны вы, обычный человек из народа. Да. А что у нас президент не из народа? Послушайте, нам нужны именно вы, простой человек, не депутат, не прокурор, не судья. Тобто злодей попроще, да? Ой, вибачте, жінка, алло, ні, я не в Генделі. Ні, ти знаєш, що я зараз буду робити? Я буду привітання робити по телевізору народу України. Ні, не пив. Да я не пив, я тебе... На тебе! Да. Ну шо? Извините, нет времени. Вам перезвонят. Держите.
А це що воно таке? Крістал. А водки нема? Принято поздравлять шампанским. Просто не хотелось бы градус понижать. Вот, обратите внимание, видите, впереди камера. Вон. А у него водка есть? Вот, смотрите, только загорится красная вот кнопочка, сразу же говорите. Да, да. Хорошо? Я вот водку очень сильно люблю, она вкусная. Понимаю. Соберитесь. В камеру. Поздравления. Камера-мотор, начали. Почему вы молчите? А коли горить? Когда лампочка загорится. Так вона ж горить. Так говорите. А я не можу, вона мене збиває. Так, стоп. Можете заклеить лампочку? Спасибо. Не мешает лампочка? Нет. Прекрасно. Камера-мотор, начали. А у вас водки не, нема? Почему вы молчите? Ну, жду, когда лампочка зажжется. Да вы же сами просили ее заклеить. Ой, я забыл, хлопцы, выпустите. Я говорите. Скажу так. Украинцы, привет. С Новым роком. Счастья, здоровья. И все? А что, мало, да? Ну, да, конечно, нам этого мало. Да, действительно, мало-то, освежи. Вы, главное, не волнуйтесь. У президента тоже не с первого дубля получалось. Да. Ага, особенно с визами вот этими, да? Слушай, а цей дристал нормальная штука такая. Не водка, ну так уже доедет, знаешь. Соберитесь. Да. Вам нужно сказать что-то хорошее. Хорошее, да. Да, начать с того, что... Прошлый год был тяжелый, ага. Ну а потом выходите на позитив. А, да. Давайте. Украинцы, цей рік був тяжелый. Ну мы все знаем, из-за кого, правильно, да? Так, вы о ком? Не о ком. А вы про кого подумали? Я ни про кого не подумал. Так никто не подумал. А оно таке вот, понимаешь? Он и сам не думал. И только ситуация, знаешь, оно так оп и произошло. Понимаешь? Может, хватит говорить про него, а? Да, точно. Выпив за него. Освежи, освежи. Если вы не говорите, пожалуйста, про одного человека. Говорите в общем. Ну, о правительстве в целом. Ну, да, я зараз скажу о правительстве, а меня потом расстреляют. Да кто вас расстреляет? 21 век, в стране демократия. Демократия? Это круто. А можно питання? Потримай. Оце, коли я буду про правительство говорить, а можно я вот таке слово скажу? Так, конечно, нет. Да вы ж, я же еще не дописал, тут в кінці ня. Ня. Тем более, это запрещено говорить в эфире, вы что? Запрещено, понятно. Камера-мотор! Украинцы, про правительство не могу ни одного поганого слова сказать. Запрещено! Так. Оце называется демократия. Не демократия, а... Что вы? Зачем? Ну, я не знаю, ну скажите там, ну, коррупцию победили, ну, да. Понимаете? Что, серьезно? Мы победили! В какой стране? Да нет, ну вы скажите, как будто бы победили коррупцию, понимаете? Вот так скажите, да. Понял. Камера-мотор! Украинцы! Цього року ми как будто бы победили коррупцию. Зачем вы сказали как будто бы? Так вы же сами сказали так сказать. Представьте, что коррупции нет. Не можу. Я ж життя без коррупции не бачив. Так, все, забыли про коррупцию. А, тобто... Не победили, а забыли, да? Нормальная стратегия. Так. Подержи, я шу за цей дристал прямо... Нормальная штука.
А в Гендельне эта штука продается? Нет. Послушайте, от люди от вас в новогоднюю ночь ожидают какого-то позитива. От чего-то меня? Хорошего. Именно от вас. Ага. Ну, не знаю, скажите, ну, мало ли хорошего произошло в этом году. Расскажите про это. Например? Ну, что произошло? Евровидение. О! Да. А, можно, да. Можно, да. Давайте. Камера-мотор. Українці! Оце ми цього року дали під хвост цим європейцям. От, класний год був. А от наступний, звісно, буде жопа. Що ви? Зачем ви сказали? Ні, ну ти чув, скільки коштує це Євробачення? Давай, освіжи, освіжи. Так, послушайте, ви можете сказати щось позитивне. Ну, наприклад, Україну в следующем году візьмуть в Євросоюз. Отменят визы. Общий доход населения возрастет. Понимаете? Ну и в том же духе. Понимаю. Ну. Камера, мотор. Украинцы. Наступного року ми візьмемо в Євросоюз. Ми оце будемо їздити без віз куди завгодно. «Динамо Київ» виграє Лігу чемпіонів, долар буде по 8, а ще ми висадимося на Марс, а потім на Юпітер. Стоп, який Марс? При чому тут «Динамо Київ» в Лігі чемпіонів? Що ви несете? Ні, ну ви просто почали гнати, то я вже розвиваю тему, а? Не треба нічого розвивати. Господи, не треба нічого розвивати. Люди в новогоднюю ночь от вас ждуть какого-то патріотичного, понимаете, порыва. Вот, повторяйте за мной, я вам помогу. В камеру. Обновите. Да. Осторожно, осторожно. Да, да, все. Смотрите. Тихо. У нас... Посмотрите, да. И говорите. Украинцы. Украинцы. Доля Украины. Доля Украины. В руках каждого громадянина. В руках каждого гром... Что, реально? Да. Подождите, а от якщо в відсотках, скільки конкретно ця доля, і де я її можу отримати? Господи, він безнадіжен. Так, ну які, пожалуйста, йдіть домой, дома отмічайте. Хлопці, я може щось не то сказав, вибачте, будь ласка, я ж перший раз. Я погано розмовляю, а оце співаю класно. Українці наступного року буде хорошо! Все буде хорошо! Все буде хорошо! Все, хорошо, молодці, йдіть, все, спі домой. Спасибо. Все буде хорошо, я це знаю! Я прошу вас, пожалуйста, уходите. Все, все, до свидания. Да, счастливо. А привет же ты передал. Коля, привет! Так уходите, а то мы полицию вызовем. Жене привет. Спасибо. Кошмар. Десятый прохожий не может двух простых слов связать. Ой. Кого мы теперь будем слушать? А? Будем слушать президента. Больше некого. Петр Алексеевич, я народ разогрел. Дальше вы жгите. Так, ну идите отсюда. Уходите. Дизель-шоу повертається з новими жартами, піснями та номерами. Перший великий концерт у Києві 26 лютого, 19:00, Палац Україна. Квитки на сайті dieselshow.com та контрамарка.ua.